9 мая, конечно, для здесь, в Израиле, просто потрясающие празднования проходят, чтят ветеранов, и, конечно же, русскоязычные пасторы не отстают. Мы хотим поздравить всех ветеранов, потому что здесь действительно очень много ветеранов сейчас, и большой праздник, большая радость, что со слезами на глазах, как говорится, и мы благодарим. И поздравляем всех ветеранов войны, чтобы вы могли стоять, выстоять, потому что вы наша надежда, вы наше будущее. Мы всех вас поздравляем. Аллилуйя. Я также хочу присоединиться к этим поздравлениям. И мой дедушка, он также воевал на этой войне и очень много рассказывал о том, как эта победа далась. Мы хотим поздравить вас, поздравить с этим прекрасным и замечательным праздником. Мы помним всех вас, мы чтим вас и низкий поклон вам, дорогие ветераны. Пусть Бог благословит вас и продлит ваши дни.